пошел? Да. Yeah.
Фрич в переводе это замри, или дословно замерзни. Не с места, братишка, ледышка в здании. Вам в головёшь убивают знания. Банали, вот в облако мы так не похожи. Но если по сути мы одно и то же. Чтобы вы сумели это хорошо усвоить, надо перестать мне так быстро тараторить. Так, наверное, будет понятнее. Есть состояние. Три. Агрегатное. Твердое. Жидкое. Газообразное. Вроде одно, но будто бы разное. Разная плотность и температура. Так нам эффектно меняют структуры. Но не пугайтесь, прежде всего, мы это братство одно, аж два.
Татьяна? Что? Кто там драгоценный? А как же я? Большинство воды на Земле не пригодно для питья из-за высокого содержания солей и минеральных веществ. Соленых облаков не бывает. Лёд, ну скажи ей. Бывает. Нет, так не бывает. Бывает. Не бывает. Бывает, бывает, бывает. Да, это правда. Поэтому один из способов добычи пресной воды – это выпаривание мостов. Нужно не всем. К примеру, на территории нашей страны находится озеро Байкал, которое содержит 20% всей пресной воды на Земле. Эй, ты чего творишь, а? Это и есть выпаривание морской воды. И, кстати, заодно мы получили соль. Это что такое? Я теперь что, бабушка, что ли? Какие-то у меня странные перемены настроения. Лёдочка, милая, верни все как было. Прошу тебя. Медведя! Верни все как было, тебе говорят. А этот процесс называется конденсация, превращение пара в жидкость. Ведь именно количеством воды и тем, что большинство ее находится в жидком виде, уникальна наша планета. По этой причине жизнь существует именно на Земле, а не где-то еще в Солнечной системе. Жидкая, жидкая, многое жидкое. Это называется круговорот воды в природе. Под воздействием солнечного тепла молекулы воды испаряются и превращаются в пар, который поднимается в верхние слои атмосферы, становится облаками. Облака остывают и выпадают на землю в виде осадок, дождя и снега. Другими словами, возвращаются обратно в реки, моря и океан. Это один из самых важных процессов на Земле, и он повторяется снова и снова. Благодаря круговороту вода достигает каждой точки нашей планеты, формируются климатические зоны, очищается мировой океан. Через почву все растения в мире получают питательные вещества и неразрывно живут в мире. Слыхала, что сказал умник? Я пою животных. Вот, от моих дождей появляются растения. Животные. Растения. Животные. Растения. Животные. Растения. Животные. Хорошо, что я не успел сказать им, что бывают еще и морские растения и животные. Thank you.
Чё встали, будто в рот воды набрали? А я хорош! Всем привет! Поаплодируйте в зале те, с кем случалось такое. Пока молодой, ты твердый, искристый, потом тебя достают из морозилки, и через пару минут снизу начинают подтекать. Кстати, а знаете, для чего блондинки держат в холодильнике лед? Чтобы там было холодно! Это сейчас что такое было? Согласно последним исследованиям, информация гораздо лучше усваивается, если разбавить ее хорошей шуткой. Хорошей? Согласен. Это были отличные шутки. А с чего ты вообще взял, что анекдоты про замороженную воду здесь хоть кого-то рассмешат, кроме тебя? Очевидно, с того, что все наши зрители тоже состоят из воды. Чего? Ну, не знаю. Ну, возможно, вот тот мужик явил себя лишнего. Ну, чтобы все... В среднем каждый человек на 2/3 состоит из воды. Честно? Да. Кроме того... И руки? И руки. Кроме того... И ноги? И ноги. Кроме того... И глаза? Да, и глаза. Кроме того... И кости? И кости. Чего же ты замолчал? Мне же так интересно! Чего там, кроме того? Это была факультативная информация, и своими глупыми вопросами ты ее упустила! Пойдем по утвержденному минимуму. Облако дуреха не узнает нового. Дуреха? Да, да, дуреха. Кстати, жару тело человека потеет. Таким образом, теряет часть энергии и остывает. В такие дни нужно не забывать пить больше воды. Это поможет избежать обезвоживания. Между прочим, когда в наш желудок в виде различных блюд попадают белки, жиры, углеводы и минеральные вещества, их нужно растворить, чтобы организм их усвоил. А после все эти питательные вещества разнести в самые дальние его уголки с помощью крови, которая, кстати, на 90% состоит из воды. Так что вода – это основа здорового пищеварения. Достаточно. Употребление чистой питьевой воды улучшает работу суставов, а также повышает общий уровень энергии и выносливости человека. Особенно это важно для людей тяжелых физических профессий и спортсменов. Вы совсем меня не слушаете. Нет. Ну, я, конечно, знал, что я особенный, но чтобы вот столько крутых штук мог сотворить один маленький стаканчик меня. Один стаканчик? Давайте считать. Суточная норма 2,5 литра питьевой воды в день. В неделю это 17 литров. 75 в месяц. А за всю жизнь, в зависимости от климата и продолжительности жизни, от 50 до 100 тонн. Сколько? Я разоралась. Это вообще много или мало? Ну, скажем так, за 30 лет человек выпивает около 25 тысяч литров воды. Ровно столько, сколько находится в аквариуме. Столько, сколько в этом бассейне?
где же они купили такой большой стаканчик? Нет, это во всем Москвариуме! Ничего себе, много! Погоди, а почему вода на вкус соленая? Ой, это я знаю! Может, я скажу? Потому что в Москвариум регулярно добавляют в воду морскую соль, чтобы она здесь была как в настоящем океане. Все верно. Десятки тонн соли. Вот видите, кто-то соль вываривает, а кто-то наоборот. Ой, вот это да! Соль туда и соль сюда! А вы замечали? Не буду. С тобой шутки плохи. И люди, кстати, еще в старину поняли, что вода – это потенциальный источник энергии. Не поняла. Это комплимент? Ну, конечно. Вот ты сколько весишь? Ты чего? Совсем мозги отморозит. Кто девушкам такие вопросы задает? А что в этом такого? Среднее облако весит где-то 8 тонн, как вашему крабу. Да, а у грозовых облаков вообще верхней границы нет. Это может быть и 100, и 600, и 1000 тонн. А когда эти грозовые массы сталкиваются между собой... Хотя существуют и другие источники водной энергии, менее травмоопасны. Это что такое? Это называется гидроэлектростанция. Река перекрывается плотиной, и вода, падая с большой высоты, вращает в области гидротурбины, обеспечивая мощность до 25 мегаватт. А вода дальше уходит в небо. Все же не надо забывать, что вода – это грозная стихия, и к ней надо относиться, ну, хотя бы с уважением. Да, точно, с уважением. А я говорил, что информация лучше усваивается, если разбавить ее шуткой.